Добрый день, дорогие друзья. Хочу сделать небольшое заявление. Дело в том, что наш продуктовый фонд, который организовали мы месяц назад, находится на грани закрытия. Дело в том, что тех средств, которые сейчас на данный момент поступают к нам, их категорически не хватает даже для того, чтобы сделать хотя бы одну продуктовую закупку. Закупку мы осуществляем на сумму порядка 80 тысяч рублей, а за последнюю неделю поступила сумма, равная 15 тысячам рублей. Поэтому также хочу сказать, что те средства, которыми обладаем мы сами лично, то есть мы также сдаем в аренду наше спортивное оборудование, я лично делаю онлайн-тренировки, тренера спортивного клуба «Максюта Юнион» также осуществляют спортивные тренировки. Хочу сказать, что этих средств нам точно так же не хватает для того, чтобы дальше продолжать заниматься той деятельностью, которую мы начали во благо жителей нашего города и области. Городские и областные структуры, государственные структуры сейчас на данный момент нам не помогают, но в принципе хочу отметить, что помощь была оказана компанией «Транснефть» и также компанией «Дом РФ». Все остальные оказались, к сожалению, безучастными. Очень большое количество предпринимателей нам тоже помогало продуктами, поддерживали и привозили молоко, сосиски, мясные изделия. То есть помощь, конечно, от предпринимателей была колоссальная. Поэтому я в очередной раз хочу к вам, ко всем обратиться. Возможно, вы сможете дать какой-то совет, рекомендацию, как дальше нам быть, чтобы это доброе дело не загнулось, потому что все-таки получаю от вас очень большое количество писем и пожеланий. Вы пишете о том, что да, очень хорошим делом мы занимаемся.